представляем вашему вниманию блок питания от компании ShiftTech модели GPS600A8. Новая серия Smart предлагает пользователям хорошую производительность наряду с высоким качеством. Блок питания окрашен в черный цвет и оснащен длинными родными проводами и шнуром питания, который идет в комплекте, а также упакован в твердый картон для лучшей защиты. С КПД более 80% данная модель соответствует экологическим требованиям, имея привлекательную цену. Мощность блока питания составляет 600 Вт. Охлаждение производится с помощью кулера размером 12 см. Тип разъема подключения к материнской плате 20 и 4 контактный. Количество разъемов для подключения жесткого диска 2, для подключения приводов 1 и 4 SATA разъема. Максимальные нагрузки для 3,3 Вольта составляет 20 ампер, для 5 Вольт 20 ампер и для 12 Вольт составляет 46 ампер. Данный блок питания имеет защиту от понижения и повышения напряжения в сети, от короткого замыкания, защиту от перегрузки и сверхтоков, а также защиту от повышения температуры, а также имеет автоматический контроль скорости вентилятора. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.